27 тысяч квадратных метров, 7 этажей и более 2500 единиц медицинского оборудования. Именно так выглядит перинатальный центр Ульяновской области сегодня. Современное медучреждение на днях получило разрешение на ввод в эксплуатацию. Но на сегодняшний день строительная готовность есть полностью. То есть та строительная часть, которая должна выполнена, и когда мы говорим, что построено то или иное здание или построен перинатальный центр, здесь, да, центр построен с точкой. Но это не значит, что с завтрашнего дня в перинатальный центр можно вести наших женщин, чтобы им оказывать помощь. Сейчас в Центре здоровья и охраны мамы ребенка осталось устранить последние недочеты. Все общестроительные работы выполнены, а инженерные системы полностью смонтированы. По технической базе здание полностью готово. Несмотря на всю сложность всех инженерных коммуникаций и всех строительных работ, здание полностью готово. Значит, все пусконаладочные испытания сейчас на данный момент проходят. Гидравлические испытания систем полностью прошли. Палаты нового медицинского центра обустроены по последнему слову техники. Есть здесь как парные для двух мамочек и их малышей, так и индивидуальные. Кнопкой помощи оснащены уборная и душевая комната. Приживется в перинатальном центре система пневматической почты. Стены женского отделения реанимации здесь без обоев, но зато здесь есть специальные HTPL-панели. Также особенен здесь и пол, он из антистатического линолеума. Все это помогает сохранить систему чистого воздуха. А на этих кадрах операционная, что расположилась на 6-м этаже здания. Главная ее особенность – отсутствие окон. Обусловлено это новыми европейскими стандартами. Воздух, который подходит сюда, он и нагревается, и охлаждается, и увлажняется. Плюс стоят специальные бактерицидные лампы. Планируется, что 30 января объект передадут в собственность Ульяновской области. Следующий этап – получение санэпидзаключения и лицензирование перинатального центра. При Наталье Уловой, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.